Пожарные, полиция, спасатели и скорая помощь – все оперативные службы в одном месте. Эвакуация жильцов и задымление подъезда пятиэтажки. Поздним вечером вторника на Ломоносова 5В было жарко и шумно. Жители дома по адресу Ломоносова 5В сообщили о запахе и задымлении в подъезде номер 4. После чего на место прибыли пожарные сотрудники службы спасения, эвакуировали жителей данного подъезда. Пока на месте работали оперативные службы, жители дома не могли вернуться в свои квартиры. Только так, спилив петли железной двери, пожарные смогли попасть в подвал многоэтажки. Здесь помещение дворника и запасной выход бара «Амстердам». При обследовании помещений бара на кухне присутствовал выраженный запах пригоревшей пищи. Предположительно, после задымления на кухне бара дым через подсобное помещение и помещение дворника попал в подъезд номер 4. Как такового горения не было. Мало того, в самом баре, как отмечают пожарные спасатели, очень удивились такому переполоху. Веселятся они там сидят. Зашли в подвал, запаха дыма уже не было. У людей был корпоратив. Про нас, в принципе, ничего не знали. Никаких звонков, горят, не поступало. Казалось бы, к утру страсти должны были утихнуть, но жители дома продолжают возмущаться до сих пор. По их словам, увеселительное заведение приносит им немало проблем. А потом, когда все успокоилось, все разъехались, огромная музыка. Я всю ночь даже глаз не сомкнула. Шум мешает не только бдительной пенсионерке, живущей над баром. По словам жильцов, музыка в ночное время слышна даже на верхних этажах. По этому поводу они неоднократно обращались в правоохранительные надзорные органы, но пока ситуация остается без изменений.